Археологический памятник в Тарском районе продолжают застраивать. Напомню, в прошлом году наша съемочная группа обнаружила базу отдыха на берегу реки Мурлинка. Хозяином незаконных построек оказался главный инспектор рыбнадзора района Александр Морозов. На территории археологического памятника было несколько домов, беседка, вырублено более 50 деревьев под линией электропередач. Прокуратура вынесла постановление снести постройки. Морозова оштрафовали, однако спустя год рыбинспектор не только не освободил землю, но и продолжает застройку. Вот эта вот насыпь – это остатки наземного жилища первых поселенцев этого места, которые здесь, на этом месте, появились примерно 1000 лет назад. Прежде всего, памятника там нет, следов пребывания человека нет.